Отсталые москвичи, над которыми даже солнце встает на 9 часов позже, чем над нормальными людьми, живущими там, где начинается Россия. Привет, это Камчатка с Александром Петровым. Давным-давно не записывал я живое видео на природе. А тем временем на Камчатку наконец-то пришла весна. Сегодня второй день июня. Если кто-то на материке считает, что июнь – это лето, так он ошибается. В июне на северных склонах в Петропавловске еще лежит снег. В июне только-только пробивается зеленая травка, распускаются почки, а кое-где на деревьях появляются маленькие листочки. И сегодня я покажу, как выглядит Петропавловск в первые весенние дни в начале июня. Видно, остаюсь я на Камчатке. Точно остаюсь я на Камчатке. Хватит мне играть с собою в прятки. Точно остаюсь я на Камчатке. Хватит мне играть с собою в прятки. Но мог сказать так только идиот, что прожить здесь можно только год, что уехать можно через год, что меня, мол, кто-то где-то ждет, что уехать можно через год, что меня, мол, кто-то где-то ждет. А ждут меня теперь одни вулканы, зерной с томатовкой стаканы, да зимой метели и бураны, да на сердце латаные раны, да зимой метели и бураны, да на сердце латаные раны. А Петропавловск город рыбаков, Камчатка край для дураков, а Камчатка край для дураков, едут пусть со всех материков, да Камчатка край для дураков, едут пусть со всех материков. Новый мотив блатной традиционный, он ловил комендантов чумоны, заводил людей на крайний север, даже тех, кто были крайне серы, уводил людей на крайний север, даже тех, что были крайне серы. Но вот так уж получается, ребят, да видно, остаюсь я на Камчатке. Точно остаюсь я на Камчатке. Хватит мне играть с собою в прятки. Точно остаюсь я на Камчатке. Хватит мне играть с собою в прятки. А вот это вот памятник Черемше. Он стоит в скверике перед бывшим дворцом культуры рыбаков на 5-м километре.
Дворца культуры уже давно нету. Постройка находится в аварийном состоянии. Но милый скверик остался. А несколько лет назад здесь появился вот этот самый памятник. Кстати, Черемше, мой давний приятель, камчатский, певец «Ртом головы» Александр Безуглов даже посвятил песню. И эту самую песню мы сейчас услышим. Итак, напрягите ваши уши. Слушаем. Я пол Европы исходил, я обуви 100 пар сносил, был в Азии, в таежной был глуши, был в Берлине, в Павлодаре, в Подмосковье, в Краснодаре, но нигде не видел черемши. А черемша такая травка, и закуска, и приправка, и полечит, и накормит. Ешь листья, ешь и корни. Я рассказывать не буду, что трава растет повсюду, всюду есть цветы и камыши. Только нет нигде милее и душистее, вкуснее этой чудной травки черемши. А черемша такая травка, и закуска, и приправка, и полечит, и накормит. Ешь листья, ешь и корни. Не горька она, не сладка, родина ее Камчатка, здесь наешься травки от души. Чтоб считаться камчедалом, съесть пуд соли будет мало, нужно съесть полтонны черемши. А черемша такая травка, и закуска, и приправка, и полечит, и накормит. Ешь и листья, ешь и корни. Черемша такая травка, и закуска, и приправка, и полечит, и накормит. Ешь листья, ешь и корни. Приятного аппетита! Спасают, не выпасают.
просто веселый. Я сейчас на смотровой площадке Мишенной горы. Еще раз подчеркиваю, на благоустроенной цивильной площадке. То есть туристам все-таки город как-никак, но идет навстречу. Вот это беседка. А сейчас, когда я поверну камеру, мы увидим непосредственно обустроенную площадочку для того, чтобы гости могли любоваться видами краевой столицы. Город наш портовый, он всегда в работе, но не по душе нам шум и суета. То ли дело море, здесь у нас на флоте, если не штормит, такая красота. Волны, только волны, и облака над ними бьют о корпус волны гребнями своими. Небо с морем сходится где-то там вдали, и нет вокруг ни берега, ни суши, ни земли. И нет вокруг ни берега, ни суши, ни земли. Обещает утро ясную погоду, за кормой все так же пенится бурун. Мы и днем, и ночью травом цедим воду, поделись-ка рыбкой, дедушка Нептун. С курса не собьемся, в пелене тумана ветры, штормы, мели не пугают нас. Мы в удачу верим, верим в капитана, а еще в локатор, а еще в компас. Волны, только волны, и облака над ними бьют о корпус волны гребнями своими. Небо с морем сходится где-то там вдали, и нет вокруг ни берега, ни суши, ни земли. И нет вокруг ни берега, ни суши, ни земли. День прошел, и солнце в море утопилось. Кто-то вахту принял, кто-то вахту сдал. Нам в начале рейса только море снилось, а теперь все чаще снится наш причал. Говорят, мы будто со стихией спорим, только если честно, если без прикрас. Мы ни с чем не спорим, просто наше море иногда на прочность проверяет нас. Волны, только волны, и облака над ними бьют о корпус волны гребнями своими. Небо с морем сходится где-то там вдали, и нет вокруг ни берега, ни суши, ни земли. И нет вокруг ни берега, ни суши, ни земли. Максимум разлуки, минимум уюта. Многие устали, но никто не сдал. Пятый месяц в рейсе, но придет минута. Бросим мы швартовый на родной причал. А пока что волны и облака над ними бьют о корпус волны гребнями своими. Небо с морем сходится где-то там вдали, и нет вокруг ни берега, ни суши, ни земли. И нет вокруг ни берега, ни суши, ни земли. Thank you.
Пока камера занимается сайтраферной съемкой, я немножко прогуляюсь по склонам Мишенной горы. Да, сейчас второй день камчатской весны. А здесь еще лежит снег. Вот он. Кстати, выше его больше. Но я не пойду показывать, поверьте мне на слово. Вот так вот выглядит Мишенная гора в случайный хороший денек. Вот здесь стоит мой автоматический мобиль, а на его капоте камера, занимающаяся, как я уже говорил, сайтраферной съемкой. Отсталые москвичи, над которыми даже солнце встает на 9 часов позже, чем над нормальными людьми, живущими там, где начинается Россия, почему-то называют весну летом. Сегодня второй день камчатской весны. Москвичи же считают, что это второй день лета. Ну, бог с ними, они отсталые. А теперь, как вы уже привыкли, ставьте лайки. Если вам нравится время от времени смотреть мои прогулки по столице Камчатского края и по другим уголкам этого самого края, пишите комментарии. Напоминаю, что вы можете сделать свое пожертвование на развитие канала, так называемый донат, на номер карты, который вы найдете в описании под роликом. И каждый, кто сделает свое пожертвование, так называемый донат, один раз в месяц примет участие в розыгрыше какого-нибудь моего фотоальбома. Вы, кстати, на канале можете найти ролики о том, как выигравший получает альбом. Ну а если вы здесь впервые, то, пожалуйста, выполните вот эти вот рекомендации в правом нижнем углу кадра, для того, чтобы не пропустить новые видео на канале. До свидания. А черемша такая травка, и закуска, и приправка, и полечит, и накормит. Ешь и листья, ешь и корни. Черемша такая травка, и закуска, приправка, и полечит, и накормит. Ешь листья, ешь и корни.